С Гиросом нахуй. А знаешь, что еще рифмуется с Гиросом? Хуй твой рифмуется, блядь. Да, у тебя во рту. Блядь, он бухает! Мне нравится, каждый раз, когда ты орешь, потом тебя нейроши глушат. Твоим микрофоном. Смотри, он вообще на любые звуки реагирует. Нейросеть, блядь. Чисто включил бота, блядь, подрубил батник, нахуй. Будете говорить, свою хуйню будет вас дубосить. Нихуя! Нихуя он смог, блядь! Запотел, но смог у бомжа выиграть! А чё, Дора крутой, что ли, теперь? А, ох, блядь. What is that? Дора, это не тот бесталантный, который за Банга играл? Да. О! Можно посмотреть на эту картоху. Пиздец, сколько надо ебало разбить, короче говоря. Раз ебало разбить баному ублюдку, чтобы он сдох. Очень много. Но у картохи нет шансов против Аргенроста, потому что Аргенрост один из скилловых американских игроков. А картоху я вообще в первый раз. Да, это скорее всего, блядь, какая-то левая вообще картоха. Причем матчап как бы очень хороший для картохи. Матчап? 5-5. В смысле, для нее это нехороший матчап, для нее типа 5.5 матчапов довольно. Ну, 5.5, ты ее хороший матчап. Типа, самый лучший ее матчап 6-4 с Гордо, по-моему, что. Типа, он против нее, Вальд против нее не может в углу реверсалами вейкаться. Да, но неплохо. Ну, у него оси перебивают вообще все, короче. Ничего все его. Не, ну типа с другими персонажами там надо, короче говоря. Ну, чуть по-другому это делать.